находится существенное противоречие. Противоречие заключается в том, что, скажите, Матвейчук вносила заявление об увольнении Ташмагомбетова и записи какие-либо? Ну, у них же было написано, сотрудник, 14 дней. Кто внес эту запись? Матвейчук. Но дата-то была увольнение без отработки. Нет, дата поставлена была мной. Дописку об обработке, о отработке в 2 недели носила Матвейчук. Ну да, у нас старшие сестры сами могут писать, что с отработкой, потому что... Заявление Ташмагомбетова не было этой даты? Нет. Где написать? Просто в заявлении об увольнении была дата указана без учета отработки. Без учета отработки. День написания был день увольнения, день написания был в один день. И у вас не возникло вопросов? До того, как мне поступило заявление, я не знала ничего. Мы должны человека уволить и рассчитать этот день. По собственному желанию было заявление. В нашем учреждении, конечно, это первый раз. Для нас это было, конечно, еще. Когда заявление у нас на увольнение, мы работаем очень быстро. Мало ли что. Ну, как-то вот каких-то совсем плохих мыслей, конечно, вообще нет. Может, ну, вы знаете, сейчас я вам точно не скажу, но как-то вот. Заявление на увольнение принесла старшая министра. Да. Обычно у нас старшие приносят заявление, но... Это после произошедшего? Да. Но, знаете, как бывает, то есть люди не против. Вопрос еще имеется. Просто вопрос ваш. Не возникло вопросов, как-то все с отработкой, все нормально, я поэтому дожу. Все.